Друзья, я рад вас приветствовать на канале Мехвод. Я нахожусь в Краснодаре, заехал в автосалон Exit, авто для вас, чтобы посмотреть вот эту вот новинку. Это у нас Exit TXL с двухлитровым двигателем. Появился в продаже в июне этого года. Комплектация называется Sport Edition. Давайте знакомиться с автомобилем. Оптика здесь светодиодная. Светящаяся надпись марки Exit. Премиальный китаец. Тип привода полный. Колесные диски 19. Вот так вот автомобиль выглядит сзади. Новая комплектация мало чем отличается от комплектации с двигателем 1.6, но различия все-таки есть. И первым делом заглянем в багажник. Вот так вот выглядит багажное отделение. Здесь есть выдвигающаяся шторка. Розетка на 12 вольт. Если у модели с двигателем 1.6 мы под фальшполом видели докатку, то здесь у нас полноразмерное запасное колесо на литом диске. Коврики в салон. Комплект инструментов. Посмотрим установку на втором ряду сидений. Вот так вот выглядит дверная карта. Центральная часть отделана кожей. Интерьерная подсветка. В нижней части расположился органайзер. Отделка снизу пластик, сверху кожа. Вставка из пластика под алюминий. Обстановка на втором ряду. Отделка сидений эко-кожа. Центральная часть префорированная. Сиденье с обогревом. В задней части переднего подлокотника расположились дефлектора от двухзонной климатической системы. USB разъем, Type-C разъем. Кнопки включения обогрева сидений второго ряда. Обогрев двухдиапазонный. Подлокотник с подстаканниками. Присядем. Посмотрите, сколько свободного расстояния от колен до переднего ряда сидений. Втроем здесь уместиться свободно можно. Присядем на рабочее место водителя. На дверях мы видим бесключевой доступ. Вот так вот выглядит дверная карта со стороны водителя. Также интерьерная подсветка, отделка кожей, блок управления стеклоподъемниками, боковыми зеркалами, блокировка замка. В зеркалах мы видим датчики мониторинга слепых зон сзади. Вот этот значок. Передний ряд сидений регулируется за счет электроприводов. Есть встроенный обогрев и вентиляция. Крыша у нас панорамная, но к ней мы еще вернемся. Руль отделан кожей. Цифровой щиток приборов. Есть система распознавания дорожных знаков. Адаптивный круиз-контроль. Мультимедиа у нас с навигацией. С обзорностью 360 градусов. Можем включить 3D режим. Посмотреть ситуацию вокруг автомобиля. Выбрать камеру. Слепая зона слева. Слепая зона справа. Вид слева сзади. Вид справа сзади. Расширенная камера спереди. Расширенная камера сзади. Также в автомобиле есть голосовой помощник. Привет, Exit. Я вас слушаю. Выключи кондиционер. На данный момент есть небольшие проблемы. Дай мне пару минут. Хорошо. Так, климатическая система, как я уже сказал, здесь двухзонная. Управление климатической системой осуществляется вот в этом пультом, который, в свою очередь, сенсорный. Беспроводная зарядка для телефонов. Этот коврик мы можем убрать, почистить. Здесь подстаканники.
Эта шайба отвечает у нас за управление мультимедийной системой. На версии 1.6 установлен сенсорный джойстик, электронный ручник, система автохолд, роботизированная семиступенчатая коробка с подрулевыми лепестками переключения передач. Вот так вот выглядит у нас ниша подлокотника. Здесь разместились USB разъем, Type-C разъем, розетка на 12 вольт. Ниша охлаждаемая. Перчаточный ящик без охлаждения. Средняя часть парприза отделана кожей, верхняя отделана пластиком. Вот эта часть так напоминает, как в гаранте. Теперь, что касается стоимости. Продается Exit TXL в комплектации Sport Edition с двигателем 2.0 мощностью 197 лошадиных сил на полном приводе за 4 350 тысяч рублей. Такой же самый Exit TXL с двигателем 1.6 мощностью 186 лошадиных сил на полном приводе будет стоить на 500 тысяч дешевле. Что выбрать? Даже не знаю. Вы же, в свою очередь, посоветуйте в комментариях. На этом все. До новых встреч!